Живая планета. Самые игривые породы кошек. Выбирая для себя породу кошек, одни мечтают о спокойной, ласковой, лежащей целыми днями на своей подстилке кошке. А вот другим подавай носящийся по комнате за игрушкой пушистый или не очень комочек. И если вы решили получить ответ на вопрос, какие породы кошек самые игривые, значит нетрудно догадаться, что вы относитесь ко второй группе мечтающих о подвижной и игривой кошке. Так какие же породы самые игривые? Давайте рассмотрим. Абиссинские кошки. Первое место занимают абиссинские кошки и их собратья. Породы кошек получены путем скрещивания с абиссинской кошкой. Например, чаузи, самарийская кошка, австралийская дымчатая кошка, американская яванская кошка и другие. Эти кошки готовы носиться без устали за воображаемой мышкой целый день. Учитывая их спортивную подтянутую фигуру, огромное любопытство и веселый нрав, можно понять, что это им дается с легкостью. В силу своего темперамента такая кошка не даст скучать никому в доме, ни другим домашним животным, ни детям, ни хозяевам. Это не просто активные кошки, а гиперактивные. Порою их трудно успокоить. Им не сидится на месте. И не дай бог в вашу комнату залетит бабочка или муха. Они тут же сорвутся с места и будут носиться за добычей, пока не поймают ее. Выносливости им не занимать. Этих кошек нельзя изолировать в замкнутом пространстве, в клетке или вольере. Они могут заболеть, а в тяжелых случаях может развиться невроз. Сиамские кошки. Второе место самых игривых кошек занимают ориентальные и колор-пойнтовые представители сиамской породы. Например, саванна, балийская кошка, восточная короткошерстная, танкинская кошка, ангорская порода, сноушу, египетская мау, сингапура, корниш-рексы и другие. У этих кошек грациозные движения, утонченная внешность, безграничная преданность хозяину. Эти кошки обладают природной игривостью и охотничьими инстинктами. Они не станут, как абиссинки, целый день гонять за воображаемой добычей, но поиграть не прочь. Правда, делают они это только по своей инициативе. Если им не хочется бегать, то никакой бантик не поднимет их с места. Ацикет. Третье место самых игривых пород кошек занимает ацикет. Его прародители – сиамская и абиссинская кошка. Да и к тому же в его жилах течет дикая кровь. От диких предков ему достался не только внешний вид, но и характер. Это не кошка, а вечный двигатель. Они находятся в постоянном поиске подходящей добычи или друга по играм. Совершенно не пугаются гостей, смело идут на контакт. Им свойственно сначала обнюхать незнакомца, а если пришелец им понравился, то могут даже лизнуть. Бенгалы. На четвертом месте самых игривых пород кошек уютно расположились бенгалы. Это смесь персидской и сиамской кошки. Несмотря на свои габариты, вес взрослого кота достигает до 12 кг, они подвижны и игривы. Это очень умные кошки, и просто гоняться за бантиком на веревочке они не станут. Предпочитают прятки, догонялки, то есть те игры, где они могут проявить охотничий инстинкт. Не забывайте, что в их жилах течет кровь дикого предка – леопардового кота. Да и к тому же они совершенно не боятся воды. Игры в воде – их любимое времяпровождение. Важно знать, что бенгальские кошки склонны к полноте, поэтому подвижные игры им просто необходимы. Манчкины. Пятое место среди самых игривых кошек занимают манчкины и их собратья – кинкалоу, минскин, двельф, скукум, лампкин, наполеон и другие. Эти миниатюрные кошки, которым в наследство от манчкинов достались не только короткие лапки, но и веселый игривый характер. Эти кошки никогда не стареют, даже в преклонном возрасте любят подвижные игры. И напоследок,
Мне кажется, неважно, какой породы ваша питомица, если ей уделять внимание, вовлекать ее в игры, она будет самой игривой кошкой. А если не играть с ней, она превратится в толстую лентяйку. Любой кошке быстро надоест в одиночестве гонять мяч по квартире. Так что делайте выводы. Будет игривой ваша кошка или нет, зависит только от вас. А ваши кошечки игривые? Расскажите о их веселых проделках в комментариях. Понравился видеоролик? Ставьте лайк! Если еще не подписаны, скорее подписывайтесь и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить новые выпуски «Живой планеты». До новых встреч, друзья! Пока-пока!